Приехали с семьей Кокнеса. Здесь развалины одного из первых замков. И очень красивый парк. Сейчас золотая осень. Самое красивое время года. Здесь очень интересные пейзажи. Виды на Двину. Основная достопримечательность Кокнеса – это развалины замка. Он на 1209 году архиепископ Альберт дал указание построить на месте бывшего древнего тырского деревянного замка каменный замок. Во время Северной войны, это было в 1701 году, саксонцы при отступлении замок взорвали, и он больше не был восстановлен. Вообще Кокнесу очень не повезло. Он был очень сильно еще разрушен во время Первой мировой войны. Ну вот, золотая осень в полном разгаре. Уже был первый снежок даже. Скамеечкой в виде лодки. Впереди река Двина или по-латышски Даугава. Есть рыбные места, очень много рыбаков приезжает ловить. Идем к развалинам замка.
это останки крепостных стен замка. Смотри, тебе еще камешек надо необычный. Ты помнишь? О, вот говорят. Сейчас. Выдержим что-нибудь. Необычный. Ну, вообще-то в прошлый раз про камень не спрашивали. Им. Да, ну это. Такой, да? Ну хочешь такой? Да. Такой. Чтоб помер небольшой тебе будет. Ну, посмотрим, да. Раз наденешь, тогда все равно. Это не уж так просто. Это сувениры и мини-музейчик. Вот так выглядели сводки выдубленные.
А где пыточная? Это пыточная, там что-нибудь видно? Да. Что там? Спускаюсь в пыточную. Так она выглядит, пыточная. А что, он мигает? Он мигать должен, да? Нет, это не ваш размер. А что не видно? Но мигает. Снимает, да? Эй, да отойди. Все, отходи. Не, надо дедушку-то такая ставим. Давай, снимай. Вылезай быстренько, пока выпускают. Нет, спасибо. Ну. Камера пыток. Только можно в окошко заглянуть. Эдик, сходи посмотри, там камера пыток настоящая. Был там, да? Вот так он раньше выглядел.
залезь на пушку. Посиди на пушке, залезь. Ты высоко не лезь. Он. Да все, мы все ушли оттуда. Все, я тут, мы тут все. Вот гуляем по этой крепости, по развалинам.
Ну что, погуляли по развалинам. Особых впечатлений нету, но все равно красиво. Сейчас красиво, золотая осень.